Какой лед на улице, зима? Почти. Что ты угораешь уже? Надо на болеть. Ну ты там не покупаешься, ты шаришь? Сейчас? Вообще, там волны. Там для серфинга предназначены. Серьезно? Нет, шутки, шучу. Что? Ты часто красишься? Знаешь, что это такое? Варенье разведенное. Крашусь каждый день. Но не сильно. Было лучше, да? Нет, нормально. Просто торчит такой крючочек вверху. Как знаешь, давай я. Шо? Давай. Че без меня не можешь? Кафе или кофейня? Я очень хочу кофе. И вафли. Я хочу вафли. Ну, мы напротив. А, были. Мы уже не напротив. Не напротив чего? Вафель. У меня вообще хвостик норм, или он весь растрепан? Пойдет. Как дела? Нормально, немного приболела. Что ты делаешь? Что у меня будет какая-то козюля? И что это? Вау, Саш, красиво, капец, просто уберись. Некрасиво. Это ты где? Я еще. Где? В какой-то руколе или еще какой-то фигне. Вот, я так и сказала. Ребят, хотите сегодня новую фотку? О! Кокошуля катала. Что ты читаешь? Безответная любовь. Мастерит моего тела. Почти. Знаешь, тут вот тоже так. Девушка 8 лет уехала. Пыталась встречаться, ничего не получилось. Вернулась к бывшему. Какой ужас. Как настроение? Хорошее у меня. Ай, настроение. Я сама себя колыбаю. Брокколи или осьминоги? Брокколи. О, чё я? Что с ним? Потёк. Мне кажется, он не закипел. Закипел. Идеально закипел, заварился. А мне чай не налила. Сама нальёшь. Подойди. Спасибо. В общем, кстати, ребят. Реально прямой эфир был первый нормальный, на котором мне задавали адекватные вопросы. На кого учишься? В школе. На учителей учусь. А что ложечек нет? Она забыла, сказала, что будет. Долго несет. Не сказали, что я похожа на Регину Тодоренко. В каком месте? Чтоб я такой поварёшкой не решала себе чай. Спасибо. Я так хотела, чтобы я вот этим решала чай себе. Нет, я не с Лерой. Я с Сашей.